Пришел друг какой-то. Я не знаю, что же это. Соберешься только работать. Начнешь, а тут тебе на. Наконец-то начался отпуск, поэтому приехали мы в деревню продолжать стройку сарая. Для этого мы затарились сегодня. Короче, стяжные болты, саморезы, всякие прочие вкусняшки. Так, ребята, не успели приехать в деревню. Короче, показываю. Вот так вот, наверное. Есть у нас вот такой вот нержавеющий чайник. Он у нас в бане предназначен. Мы там завариваем чаек. Вот он здесь таким дном с двойным, с толстым, ну то есть теплообмен. И у него случилась такая проблема, наверное, не только у нас бывает, а у всех, у кого есть такие чайники, вот эти носы ломаются. Так, нашел информацию, как появится нержавейка. Вот, короче, купил. Так, не вот это, а вот. Ортофосфорную кислоту. Потом, соответственно, газовый баллон с горелкой. У меня еще, когда трубы паял медные, была такая паста, я не знаю, что же это паста. Ну, короче, они медные паяют. И к нему вот такой электрод. Он что-то там на алюминиевой основе, там что-то вот так вот он выглядит. Но это продается в магазинах, где для холодного оборудования. Вот, я попробовал. Ну, в принципе, идет неплохо, конечно, весь процесс. Вот, ну, для первого раза тяп-ляп. Но это пока такой черновой вариант. Соберешься только работать. Начнешь, а тут тебе на. Всем здорово! Новый день начинается опять в деревне. У нас начался отпуск. Отпуск мой свой будем проводить тут вот. Так, процесс стройки сарая. Дела идут. Размеры между лагами мы брали где-то минимальные. Вот. Здесь 80 по центру, здесь получается, по-моему, 1,50 м. Это с таким расчетом, то что отсюда вход будет. Вот большая дверь. Здесь будет такая откидная дверь наверху. И сено будет закидываться отсюда, в ту сторону. Так, сегодня на помощь пришел Вадим Валерьевич, Валентин Николаевич, главный аккумуляторщик этой стройки. Вот. Да, кстати, еще сегодня 24 июня у нашей матери день рождения. Пользуясь случаем, торжественно поздравляем ее с днем рождения. Желаем ей здоровья, всего самого наилучшего. Вот. Спасибо сейчас ей за то, что дала нам жизнь. Ну вот, ребята, ну так, чуть дальше еще покажу, как идет процесс стройки. Пока мы были в городе, батя здесь еще 2,5 куба купил. Это осина. Да, осина, по-моему. Вот такие хорошенькие. Это 30-ки. Это пойдут на обрешетку. С торцов. 4-метровый, по-моему. А, не с торцов, это на крышу обрешетку. Так, ну вот я говорил про вот этот вот люк, который здесь останется. Вот получается приблизительно вот так вот. Приблизительно вот так. Ну там он края, наверное, скорее всего, будем все закрывать от верх кирпичом, потом выкладывать. Вот, собственно.
Вот так вот дела вот и происходят в деревне. Во! Сейчас вот залезу. Видите, как классно все. Вот здесь вот, кстати, будет тот самый люк. Как его мы будем строить, все это будет впереди. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить, как это все дело мероприятие закончится. Между ними вот стянули дополнительно штырями. Ну, как бы сказать, чтобы конструкция была более такой жесткой. Может, конечно, слабовато вот это сделали, не знаю. Ну, мне кажется, отлично. Строить с такого материала сарая одно удовольствие. Да, кстати, на заметку, вот хороший способ поднимать длинные доски 6-метровые. Наискосок ставлю. И Вадим там принимает. Как всегда, на самом интересном месте идет дождь. А да, вот здесь сейчас, кстати, сосед еще утепляет баню. Вот. Но мы продолжаем. Вот она, первая деталь крыши сделана. Закрепили мы ее вот таким вот образом. Вот так вот конструкция. Ну, еще с той стороны будет. Так, сейчас. Дай, возьми меня в обзор. А ты камеру тут включил? Все правильно, да. Зеленый фон все равно красивый, да? Так, друзья, смотрите, чем еще деревня славится. Дубовые веники. Сегодня будем вечером в бане париться этими венчиками. Вот такие вот молодые дубки. Здесь их полно, здесь мы практически каждый год собираем. В этом месте. Покажи. Показываю. Да, то есть вот они. Смотрите, сейчас веники положим. Пошли со мной. Давай. Что сказать, что начинает? Такая природа. Здесь вот я срывал вот веники. И вот черт. Нашел, сейчас покажу. Гнездечко. Птенчик. Да, два маленьких птенчика. Не знаю, что это такие. Зевает. Не зевает он. Таким образом жрать. Вот. Мать подлетает. Ну все, не будем давать. А то. Мать. Не заклюет просто. Может не подлететь.
что, вечер ближется к завершению. Пол крыши уже готово практически. Сейчас посмотрим со стороны, как это. Вот такая конструкция. Получается. Так, ну вот результат работы. Это чайник. Прошел он тестирование. Вот, ну здесь для меня, конечно, не важно состояние вот этого шва. Самое главное, красота этого шва. Самое главное был бы результат. Вот, здесь еще нужно обрабатывать его. Курить, ну, я это поленился. Вот этот чайник мы берем с собой в баню. Здесь заварен всякими травы, короче, ассорти полное. Липовый цвет, потом иван-чай, там много чего. Много чего и не могу перечислить даже. А шиповник, что-то еще там, короче. Ну, очень-очень вкусный, насыщенный такой прям ароматный деревенский чай. Утро нового дня, время 6 часов утра. Короче, погода нам дает возможность отдохнуть. Неделя отпуска позади. И вот они результаты. Помимо этой крыши было еще много чего проделано. Покосили траву, распилили дрова. Так, пришел друг какой-то. Я не знаю же, что же это. Усач таракач. Куда он занесен? Так, смотрите. Вот такие петушки появились в хозяйстве у них. Подарок матери на день рождения от тёщеньки. Это Николаю Кузьмичу, это Лидии Леонтьевне. Ну а сейчас мы пойдем устанавливать наш подарок, который мы подарили. Дети. Вот такой диванчик. Вчера, наверное, часа 3-4 зарядил дождь, смотрите, сколько воды. Даже по улицам течет вода. Офигеть, конечно. Офигеть. Ну все, триммер идет, прет, косит. Продолжаем дальше. Осторожно, намок! Папа, давай я. Папа! Папа, лучше так, да, солнце? Папа, давай я лучше. Папа. Папа. Давай я. С вами все нормально. Вы не там. Там. Не позволяет. Перемолчил. Вам там почти. Здесь да. Не глубоко. А? Да я. Ага, ты еще. Здесь не глубоко. Сейчас я. Снимаю.
забавный, мы через 8 минут Самару откроем. Не через 8. Твоя сапка, Бром. Сейчас высушишь и все. Кстати, это вода, ты теплая? Ну, лето уже, да? Через... Да. Месяц прошел. Да. Вот, видишь? Заодно и испытали наш плод. Не прошел. Ты не той весовой категории. А? Ну, ладно, Полин, ты заслуживаешь прощения. О, молодец. Но больше так не делай. А ты тоже так не делай, не обижай маленьких. Я? Да. Деревянные. Так, ну вот, ребята, наша крыша. Вот я сижу на самом верху. Высота от пола. Блин, я даже не знаю, сколько метров. От потолка до этого конька 3,5 метра, по-моему. Да, да, 3,5, ну и там еще метров 5, наверное. Да? Граждане крестьяне, всем привет! В общем, наступил сезон сенокосия. Травы очень много. Для этих целей я уже по видео записывал. Может, выкладывал, может, не выкладывал. Мы приобрели косилку Заря, по-моему, специально к мотоблоку АК и к другим там они к мотоблокам подходят. Роторная косилка. Не косит он, не косит.